Всем привет, ребят, с вами Казмон ТВ. И сегодня мы опять будем распаковывать вот эту вот гору посылочек. Ну что ж, посмотрите, вот такая у меня гора опять пришла за один день. И я ее хочу распаковать вместе с вами. Ну что ж, и давайте начнем. Ну что ж, ребят, и хочу я начать с маленькой посылочки. Вот такой вот, честно говоря, не знаю, что в ней. Давайте открывать и смотреть. Так, а внутри у нас... Что же вот тут у нас внутри? Ребята, а внутри у нас вот такой вот, вот такая вот визиточка. Продавец просит поставить нам 5 звезд, бла-бла-бла. Даже есть информация на русском, если что-то не так, свяжитесь с нами, там смайлик, смайлик. И пришла к нам вот такая вот штучка. Эта штучка у нас металлический держатель для смартфона. Он уже приходил у нас, но так как это новое видео, и немножечко расскажу о нем. Цепляется он все элементарно просто на двухсторонний скотч к вашему непосредственно телефону. Все вот таким вот образом. И вот так вот он стоит. Также можно его использовать как держатель для пальца. То есть вот таким вот образом. Видите, как кольцо он здесь на пальчике сидит. И можно держать телефон. Ну или, ну, в смысле, наклеить, может быть, его вот по-другому. Вот таким вот образом. Если вам нужно для того, чтобы ваш телефон не выскальзывал из рук. Хорошо, с этим разобрались. И давайте переходить к следующей посылочке. Следующая посылочка номер 2. Давайте открывать, смотреть, что же у нас здесь внутри. Открываем, смотрим. Здесь также нам положили точно такую же визиточку. Ее уже рассматривать мы подробно не будем. Ух ты, что-то тут интересное. К нам пришел какой-то такой бронированный чехол. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Кстати, пришел он на модель iPhone 6. Да, на iPhone 6. Что же он из себя представляет? Даже не знаю, с чего начать. Ребят, не знаю, блин, даже как его начать разбирать. Итак, ребят, немножечко я с ним поразбирался и все-таки смог его разобрать. Смотрите, разбирается он элементарно. Данный бронированный чехол, то есть, идет вот и состоит из двух вот таких вот половинок. Первых двух половинок. То есть, самого бронированного чехла и вот такой вот накладки защиты для экрана. Вот, видите, ребят, здесь у нас мягенькая ткань, которая защищает ваш экран. Когда вы будете вот так вот ваш телефон засовывать, честно говоря, не совсем я понимаю, зачем вообще нужна вот эта вот данная накладка на экран клипсу. Возможно, для какой-то суперзащиты. Но, честно говоря, в принципе, не знаю. Ну, не могу я приложить ума, зачем вообще как бы такой чехол нужен. Смотрите, давайте расскажу, что на нем есть. На нем есть клипса, то есть можно пристегнуть к ремню, к карману, к чему угодно. В принципе, пластик здесь довольно-таки качественный, он не оставляет жирных следов. Крепенький пластик, внутри мягенькая подкладочка, которую я уже также говорил. Ну и три крепежа, и вот так вот он засовывается на чехол. Дальше, вторая половинка чехла, она состоит из двух частей. Это вот такой вот резиновой штучки. У меня уже на обзоре что-то подобное было. Это так называемые бронированные чехлы на Алиэкспрессе. Ну... Я бы сказал бы, они просто, но я бы их назвал бы просто усиленными. Вот. Также вторая половиночка состоит тоже из пластика, тоже хорошего. Ну, конечно, здесь резина такая довольно мягусенькая. От ударов, я думаю, должно спасать. Хотя бы частично должно спасать от ударов. Так, сзади. Сзади есть у нас такой вот держатель. Держатель открывается поддеванием здесь пальца. И вот вы фиксируете в одном положении и во втором. Два положения фиксации есть. То есть, вот буквально вы вытащили, на которую вам нужна дистанцию, и все, положили, да, на бок телефон. Передвинули выше, захотели его стоя поставить, поставили стоя. Ну, если у вас получится стоя, у меня что-то не получается. Возможно, он стоя не ставит, возможно, на бок ставится. Это я так предполагал, ну, как видите, я, возможно, ошибался. Но, возможно, если телефон будет внутри, то данная функция будет работать лучше. Ну что ж, хорошо, с данным чехлом разобрались, резина, все, в принципе, хорошо, кнопочки, качелька громкости, прорезь под кнопку тихого режима, кнопочка питания, тактильно тоже вы нащупаете ее, прорезь под наушники, зарядку, динамик, сзади, конечно же, прорезь под камеру и вспышку. Все, задеваем обратно, зачехляем, скажем так, этот бронированный чехольчик. Конечно, я сначала удивился, он такой увесистый, он граммов, наверное, 100 весит, данный чехол. Навскидочку, весы тащить не буду. А, да, вот видите, я еще сразу не зафиксировал. Вот, чтобы зафиксировать вот эту вот качельку, нужно нажать ее до щелчка, слушайте. Все. Теперь вот этот вот выдвижной держатель, подставочка, на так называемая, уже зафиксирована и не будет вам мешать его скалькивать. Итак, поехали дальше. Второй у нас лежал чехол. Давайте его открывать, его смотреть. Чехол для iPhone 7. Открываем. Смотрим.
Чехол у нас обычный силиконовый, ну и также не совсем обычный. Он выполнен с градиентом, то есть от прозрачного к розовому. И также у него есть усиленные углы. Вот, смотрите. То есть вот, обычно у нас углы нашего телефона слабо защищены. При падении очень часто бывает, что телефон падает на угол. И здесь есть такие вот усиленные утолщения. Сзади у него также есть такая наклеечка, которая не оставляет, как вы видите, следов от пальцев. То есть жирные пальцы не страшны. Чехол не скользкий, очень приятный на ощупь. Ну вот он весь такой мягусенький. Ну довольно очень таки простенький чехольчик. Завиночку дает, как бы, ну, неплохое украшение. Если кто любит минимизацию разных чехлов и не хочет навешивать чего-то такого громоздкого, интересное довольно таки решение. Ну что ж, и мы переходим к посылочке номер 3. Она, кстати, у нас пришла немножечко в поврежденном виде, но надеюсь, что она не отобразится на содержимое данного пакета. Давайте открывать и смотреть. Здесь у нас продавец очень хорошо упаковал. Также у нас здесь лежит визиточка, кусок пенопласта, стороночку его. И здесь у нас, ребята, лежит силиконовый чехол для iPhone 7 Plus. Ну, честно говоря, довольно-таки неплохой на вид, красивый. Давайте открывать, смотреть, конечно же, поближе надо открыть, посмотреть, что же он из себя представляет. Так, сзади у нас есть стразики, сзади у нас какая-то фактурная такая наклеечка на силиконовый чехол. А сначала шла наклейка, как видим, золотая, да, а сверху наклеили вот такую вот фактурку. Будем надеяться, что она будет долговечна, не обдерется. Ну, хотя, в принципе, девчонки любят чехлы менять его довольно-таки часто, поэтому даже если он обдерется, я думаю, это не составит никакой проблемы. В руке сидит очень хорошо, он из-за своей рифленой вот этой вот формы в руке вообще никак не скользит, реально чувствуется, знаете, как... Ну, как, блин, как шишку вы взяли в руку, и вот такая вот фактура вот как в руке чувствуется. Ну, самый такой тоже простенький чехольчик, просто что есть фактура. Не простой, ладно, чехол, это я так назвал уже, я привык к чего-то такому особенному, жду всегда от посылочек чего-то такого особенного. Вот. Ну, да, интересный чехол, неплохой. Прорези все сделаны, ну, довольно-таки простенько, стандартно. Видите, обычные прорези под динамики, зарядное устройство. Выпуклость под кнопочку питания, под качельку громкости 2 у нас выпуклости, прорезь под тихий режим и вырез под вспышку и камеру, конечно же, камеру. Все, давайте убираем, переходим к следующему товару. А следующий товар у нас это мобильное зарядное устройство из магазина KissCase. Так, давайте откроем, посмотрим, что оно из себя представляет. Не знаю, ну, конечно же, я его сейчас не проверю, работает он или нет. Под рукой, ну, я никак не всуну его в автомобиль. Ну, в принципе, у меня это его и нету. В общем, из чего оно состоит? Само зарядное устройство вставляется в прикуриватель. В нем есть индикатор какой-то, световой, скорее всего. То есть, наверное, либо когда он вставлен в прикуриватель, будет гореть, либо когда телефон заряжается, подключен телефон. В нем есть USB 1 выход. Вернее, USB мама вход. И у него есть встроенный вот такой вот растяжной кабелечек с микро USB выходом. Да. Вот. То есть, в принципе, если у вас, допустим, другой какой-нибудь кабель, допустим, iPhone, вы вставляете сюда в USB кабель зарядки, ну, кабель для зарядки вашего iPhone и заряжаете iPhone, либо же там USB тип C. Ну, а если же у вас микро USB, то можно пользоваться вот такой вот уже встроенным вот таким вот кабельком. Так, по характеристикам, что у нас здесь написано? Давайте посмотрим. Входящая мощность здесь у нас заявлена 12 вольт, а выходящая 1,5 вольта и 1 ампер. Угу. Так. Ага, также она может выдавать 5 вольт и 2,4 ампера. Что у нас здесь еще написано? Написано 3.4 AMP Power Adapter Made in China. Ну, и тут какие-то знаки сертификации. Вот. Ну, в принципе, они нам не нужны. Я их не разбираюсь в них и читать не буду. Итак, ребят, побольше посылочка. Посылочка номер 4. Написано здесь держатели. Наверное, держатели для телефонов. Давайте открывать и смотреть, что же у нас внутри. Посмотрим, что же тут за держатели. Так, много пенопласта напихано сюда, я вижу. Вижу чехол, вижу кусок пенопласта, вижу еще кусок пенопласта и держатель. Да, пенопласта данную посылочку не пожалели. Ну, магазин, в котором я делаю заказы данных телефонных аксессуаров, очень всегда хорошо упаковывает.
Итак, ребят, данная подставочка держателя у меня уже была на обзоре, пришла она белого, теперь уже пришла она белого цвета, до этого была черная, распаковывать ее также не буду. Здесь, в принципе, все элементарно понятно. Вот, если вы не смотрели мои предыдущие видео, вот так вот она выглядит на фотографии. Ну вот, на фотографии, ну и вживую точно так же видно, ничем не отличается. Все, убираем ее и переходим к чехлу. Ну что ж, чехол тоже довольно-таки стандартный. Это обычный чехол-накладочка, пластиковая. Давайте откроем поближе, посмотрим, что она из себя представляет. Она у нас сделана для iPhone 7 Plus. Как вы видите, у нее здесь есть технические прорези, чтобы не поломать ее при монтаже на сам iPhone 7 Plus. Вот. А все функциональные эти сделаны довольно-таки стандартно. Единственное, что здесь отличается, что здесь есть отдельный вырез под вспышку и отдельный вырез под вашу двойную камеру. Вырез под логотип яблока, конечно же, качелька громкости, вырез под кнопочку тихого режима, вырез под кнопочку блокировки питания, два динамика прорези, да, и зарядка. Все. Так, чехол. Вот, ну, данные чехлы накладки, они немножечко скользковаты, я вам так скажу. Не сильно, то есть, вот, вы видите, ну, как бы может немножко скользить, но не сильно, не критично, я бы сказал. Бывает материал гораздо более скользкий. Сама толщина здесь приблизительно, ну, где-то 1,5-2 мм, то есть самого пластика. Пластик, в принципе, на вид довольно неплохой, жирные пальцы не оставляют на нем следов, короче, как бы так, да. Ну и все. В принципе, неплохая дешевая накладочка для телефона. И, ребят, мы переходим по ссылочке номер 5. Так, здесь у нас опять-таки написано держатель. Давайте открывать и смотреть, что же здесь у нас за держатель. Ага, здесь у нас все то же самое, ребят. Вторая посылочка приблизительно с такими же характеристиками. Единственное, что здесь меньше положили пенопласта. И положили вот такую визиточку. Так, пенопласт мы убираем в сторону. Держатель мы уже рассматривали. Даже фотографию я ближе приносил буквально пару минут назад на видео. А здесь у нас пришел... Чехол-накладка тоже у нас здесь пришла, черного цвета для Xiaomi Note 4. Давайте ее посмотрим, откроем поближе. Так, она у нас сделана в матовом цвете, очень приятная на ощупь, очень таки тактильно классный, блин, такой вот материал. По-моему, если не ошибаюсь, ну, если ошибаюсь, поправьте меня, по-моему, называется материал Soft Touch, по-моему, Soft Touch покрытием, да, то есть он такой, знаете, как шершавенький, очень приятный, матовый. Ну, а дальше технические прорези, ну, как бы все довольно стандартно. Толщина самого пластика здесь, опять-таки, ну, 1,5 мм, сверху, как бы, под наушники прорезь, да, под динамик, вернее, под микрофон, снизу под динамики, зарядное устройство. Также на углах есть технические прорези для удобства монтажа данного чехла накладочки. Ну и сзади, конечно же, под вспышку и камеру. Вот. Ну, в принципе... А, ну конечно же, качелька громкости. Да, с правой стороны у нее находится, потому что на левую глянул, ничего не увидел. Да, и под кнопочку питания. Кстати, кнопочка питания у нас выделена такой вот ребристой... шероховатостью, назову ее так, скажем так. И, то есть, она тактильно, вы сразу ее чувствуете, где у вас кнопка громкости, вернее, где у вас кнопочка питания, а где кнопочка громкости. Все. С чехлом мы разобрались. И померить, конечно же, ну, у меня нету, ребят, столько телефонов, чтобы мерить данные чехлы на каждый телефон. Но, как бы, как могу, так стараюсь вам демонстрировать данные чехольчики. Итак, ребят, посылочка номер 6, да? Давайте так, что у нас написано, не увидим, потому что заклеил Мист Экспресс у нас наклеечкой, что внутри. Давайте открывать и смотреть. Быстрее откроем, быстрее увидим. Так, здесь у нас много чего лежит. У нас лежит, давайте смотреть. Давайте начнем с чего-то крупного. И то, что я вижу, мне пришел чехол. Чехол с клипсой для телефона 5,5 дюймов. Давайте откроем, посмотрим. Вроде бы, я насколько помню, он идет кожаный, да? Ну, по запаху сразу скажу, это не кожа. Внутри есть мягкая такая проставочка. Вот, он вот таки очень грубый. Скорее всего, здесь внутри идет картоновый каркасик такой. Сзади у нас есть клипса для монтажа на ремень, допустим, или куда там вы его будете монтировать. Если вдруг он вам приглянулся. Так, размер 5,5 дюймов и телефон у меня. 5,5 дюймов, давайте примерим. Зашел хорошо, но как вы видите, он довольно-таки толстоват. То есть толщина здесь телефона абсолютно любая войдет. То есть я не знаю, какая котлета тут должна быть, чтобы вот так вот полностью зайти сюда. Ну, в принципе, нормально сидит. Есть здесь у нас магнитик встроенный, да, вот он закрылся. Ну, он болтается, конечно, но телефон бы, конечно, было бы комфортнее сюда засунуть телефон немножечко потолще.
Вот. В принципе, швы у нас сделаны все красиво. Ну, по крайней мере, в моем варианте я не вижу нигде ни торчащих ниток, ни каких-то сколов, скосов. Вот. Все здесь сделано хорошо. Единственное, что, ребят, ну, я сомневаюсь, что это кожа. Ну, зажигалка не хочу проверять. Ну, я так даже, ну, кожа должна, как по мне, вот, пахнуть чем-нибудь, да, там, таким. И так на отворотах я такое где смотрел. Ну, не похоже все-таки это на кожу. Не знаю, обманул продавец, не обманул. Стоимость данного чехольчика, по-моему, около 8 баксов. Дальше у нас идет держатель. Вот такой вот держатель. Он у нас тоже, кстати, пришел впервые. Это новый держатель. Данный держатель крепится на торпеду. Сейчас я вам покажу приблизительно, как это выглядит на фотографиях. Ребят, вот так вот выглядит она на фотографиях. На фотографиях, кстати, как вы видите, здесь еще данные китайцы наши мутят сюда очечки. Вот. Ну и телефон. Все. И вот наш держатель. Наш держатель сделан из резинового вот такого вот крепежа. Снизу у нас есть двухсторонний скотч, который уже налеплен и можно содрать и приклеить на торпеду вот таким вот образом. Кстати, как вы видите, основа, она вращается. То есть, она здесь стоит трещоточный механизм и вот он вращается. Да, и кстати, здесь есть еще специальный коннектор для кабеля. То есть, вы можете сюда прикрепить, я так предполагаю, кабель, да, зарядки. И чтобы он не болтался в телефон, все. И все у вас будет закреплено и очень надежно держаться. Итак, давайте проверим, как у нас будет телефон держаться. Так, фотографии это одно. Да, в принципе, смотрите, в принципе, неплохо держится. Да, ну, как бы, если дорога нормальная, то, в принципе, трясти его, ну, может быть, сильно не будет вот так вот, как я трясу. Ну, вот. Ну держится, ребят, реально держится. Вот. Возможно, для очечка вообще идеальный вариант будет для машины. Вот. Тем более, он еще поворотный, то есть, вот, вращается в разные стороны, как вам удобно. На торпеду, ну, возможно, конечно, не совсем это летний вариант, так как смарт на торпеде будет перегреваться. Ну, некоторые смарты. Мой, в данном случае, он очень горячий смарт OnePlus One. И он по-любому будет перегреваться. Хорошо. С этим мы разобрались. Данный крепежик мы убираем. И переходим к следующему крепежику. Крепежику RockSfly. Он у нас магнитный. Давайте посмотрим, сколько у нас здесь железячек. Железячка у нас одна. Так. Сколько у нас тут магнитов, как думаете? Обычно мне приходило по 4. И здесь я вижу 2 и 4 магнита. Хорошо, отлично. То есть, если в данных магнитных коннекторах 4 магнита, то цепляемость будет очень хорошей в вашем телефоне. Некоторые магниты экономят, держатели экономят и ставят один вот сюда такой магнитик, и он реально ни хрена не держит. Тяжелый телефон вообще не держит. А здесь все очень-таки культурно, все сделано стандартно. Единственное, чем отличается данный держатель от моих предыдущих, которые я обозревал, это самой формой дизайна. Здесь он выглядит такой, как грани у алмазика, что ли, срезанные, и более красивее, и тоньше он смотрится. Предыдущие держатели были гораздо толще. Так, ребята, и что у нас здесь осталось? Остался у нас чехол вот такой вот на руку. Ну, я его открывать не буду, ко мне их уже пришел, ну, по-моему, это 5-й чехол, если, не знаю, не 10-й. Я их уже неоднократно обозревал, то есть он надевается на руку, сюда вставляется нужная модель телефона. Нет, сюда влезет любой 5,5 дюймов телефон. Вот до этого у меня приходили просто чисто для айфонов, да. А здесь под универсальный телефон, ну, в смысле, это универсальный теперь чехольчик, под телефон 5,5 дюймов, вот, как вы видите, да, подходит. Так, хорошо, с ними мы разобрались, рассматривать детали не будем. И еще у нас остался вот такой силиконовый чехольчик, как я вижу, с вот таким вот мимишным котиком. Давайте открывать, смотреть его поближе. Открываем. Он у нас пришел для iPhone 7 Plus. Как вы видите, так, это лишнее убираем. Силикон прозрачный, очень мягусенький, очень тонюсенький. Тоже 1,5-2 мм толщиной силикон. Вот так вот он, в принципе, болтается. Интересно, прикольно, кошатина нарисованная. Опять-таки, кто любит чисто силиконовые чехольчики, тоненькие, маленькие. Минимализм, не загромождать ваш телефон чем-то таким, ну, не знаю, серьезным. То вот такой вариант, кстати, там что-то 1,5 бакса стоит или чуть больше. Вот. Интересный вариант. Единственное, что нужно, ребята, учитывать, что стоимость доставки, да, стоимость доставки, допустим, в нашу сейчас Украину или в ту же Беларусь сейчас стала платной. То есть AliExpress обязал делать отслеживаемые трек номера. Из-за этого увеличивается стоимость доставки. Но в ту же Россию, допустим, товары до 2 долларов можно отправлять бестрековыми посылочками. Так что, ребят, россияне, пользуйтесь, заказывайте очень дешево. Итак, ребят, посылочка номер 7. Давайте открывать, смотреть, что же у нас внутри. Написано здесь Phone Case.
Так, должны, то есть, быть у нас чехлы для телефонов по-русски. Давайте же посмотрим, что же у нас здесь пришло. Пришло у нас здесь, раз, два, кусок пенопласта, убираем, ага, три, рассчитался, три, три, три. Так, три, это у нас чехол-накладочка, она у нас разборная, для Samsung S7. Давайте рассмотрим ее более детальненько. Так, убираем, разбирается у нас оно все элементарно просто, очень хороший пластик, толщина его около 3 мм. Интересное на ощупь, он очень качественный, мне нравится. Единственное, мне не нравится качество исполнения вот этих вот заглушечек. Вот, это единственное, ну, то, что мне в данном чехле не нравится. Но если вы его часто не одеваете, допустим, а один раз надели и не снимаете, не меняете, то у вас проблем, ну, как бы вообще не должно быть. Так, 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 так. Неплохой чехол-накладочка, разборной, то есть снимается часть, засовывается сюда телефон, закрывается, все. Телефон готов к использованию, вернее, чехол готов к использованию. Все, убираем его. Подобные я уже очень много раз рассматривал чехольчики и не хочу сильно на нем заострять внимание. Вот, единственное, что просто он пришел для другой модели телефона. Следующий чехол для Samsung S4, да? Правильно прочитал, надеюсь, правильно. Пришел он в черном цвете. Намеком на то, что как бы он должен быть кожаным. Давайте откроем, посмотрим. Это у нас, ну, доставайся. Ну, ребят, у нас он, видите, немножечко пришел с браком. Я оторвал кусочек так называемой кожи. Ладно, хорошо. Данный чехол позиционируется как кожа, но вы видите, блин, не очень качество мне изделия данного нравится. Есть вот какие-то шметки. Вот, ну реально это совсем не кожа, совсем это не кожа, хотя на ощупь, в принципе, прикольно, приятно. Ребят, честно говоря, не пойму я, как он закрывается, здесь магнита нету, то есть не магнитится. Неужели он как-то должен защелкиваться или что? Ну, не знаю, да, он, наверное, блин, не знаю, как он, короче, работает, как он защелкивается, не могу понять, пока не примерю телефон. На телефоне у меня такого нету, Samsung S4. ПУ-64, ну, нету такого, ну, надеюсь, когда дойдет чехол владельцу, хотя мы немножечко ему удешевим этот чехол, потому что у нас небольшой брачок есть, откроем спор и разберемся с продавцом, просим их скидочку нам сделать, вернуть часть средств. Так, чехол на вид, в руке сидит классно, на, опять-таки, повторяюсь, это не кожа, прорези, ну, я не знаю данный чехол, ну, вроде как прорези какие-то есть, я думаю, они должны по-любому подходить, потому что я, у меня еще не встречалась скошенных прорези или каких-нибудь других. Внутри написан, что здесь у нас магазин Flowem, фирменные его знаки, на задней панельке тоже магазин Flowem. Вот, ну, в принципе, как бы и все. Флип-чехол с вертикальным откидыванием. Единственное, не могу понять, как он закрывается. Может быть, он тут как-то фиксируется на боках, или когда телефон внутри, он как-то будет сам по себе фиксироваться. Ну, да ладно, разберемся потом. Третьим товаром у нас лежал вот такой вот чехол на плечо. Опять-таки, ребята, ну, такой же точно я уже рассматривал. На вид я уже сразу вижу, что я его рассматривал. Писано, что для телефона 5,5 дюймов, хотя нарисован здесь iPhone 6 Plus. Повторяюсь, ребят, очень классные здесь стоят липучки, хорошие материалы, то есть внутри здесь сеточка, извините, сзади здесь есть сеточка. Снизу, как вы видите, есть прорезь под наушники. Ну, в принципе, он задуман, конечно же, что это сюда будет засовываться iPhone 6 Plus, то, конечно же, здесь снизу должны быть прорезь под наушники. Возможно, у вас возникнут проблемы, если у вас наушники будут, ну, как у меня, сверху. Думаю, ничего в этом страшного нету. Так, что у нас есть? Здесь у нас есть внутри два кармашка. Один под телефон, другой под ваши другие принадлежности. Они у нас очень довольно-таки объемные. Вот, как вы видите, телефон мой заскакивает сюда элементарно. Ну, также я могу и вот сюда засунуть, да. Да, он, в принципе, хорошо подошел. Если бумажку вытащить, он сюда идеально зайдет. Но единственное, что я не смогу пользоваться наушниками. Или мне как-то придется расстегивать. Расстегивать и как-то, ну, что-то по-другому. Змейки хорошие, как видите, работают отлично. Все хорошо, материал стретчевый такой, тянется. Швы сделаны все отлично. Ну, в общем, обычный хороший чехол на руку для спортсменов, допустим. Для беговых спортсменов или, ну, может быть, для велосипеда. И, ну, для занятий, в общем, спортом. Какого рода? Вот, выбирайте уже сами, нужен он вам чехол данный или не нужен.
Итак, ребят, посылочка номер 8. Написано phone bag, то есть телефонные сумки какие-то. Давайте открывать, смотреть, что же за телефонные сумочки. Открою я с этой стороны его. Потому что здесь вроде как что-то картонное лежит, да? Открываем и смотрим. Так, что-то у нас лежит. Что-то у нас лежит в картонной упаковочке. Так, я вижу что-то похожее на кошелек. На вид, давайте я с него и начну. С него и начну, потому что мне это вроде как напоминает кожу. Кожу. Ну, сейчас мы с этим разберемся. Да, это у нас, ребят, пришел кошелек. Кошелек, правда ж? Телефон сюда. А, сюда можно, да, и телефон засунуть, ребят. Чехол, кошелек, вот так вот называется. Для телефона 5,5 дюймов. Так, телефон мой отлично сюда зашел. Как нам его теперь закрыть? Ага, закрывается вон здесь, вот у нас здесь есть встроенные магнитики. Но, блин, ну да, он-то в принципе заходит сюда, но что-то я сомневаюсь, что удобно мне будет вот так вот с ним ходить. Возможно, я бы использовал его просто как кошелек. Смотрите, здесь отдел есть для фотографии. Огромная куча отделов по ваши кредитные карточки. Вот сюда можно какие-нибудь денежки засовывать, да, два отдела. Ну, а здесь, конечно, широкий отдел. Здесь он по-любому предусмотрен для телефона. Ну, блин, ну неужели... Ну, у меня такой толстый телефон, что он так выпирает. Ну, мне не очень это нравится, конечно. Хотя неплохо смотрится, ребят. Неплохо. Также здесь дополнительно есть карманчик еще под деньги. Возможно, я даже буду использовать его как кошелек. Интересное решение. На ощупь, ну, такое, знаете, шершавое. Непонятно, как бы, непонятно мне, это кожа или нет. Давайте пытаться разобраться, смотреть, это кожа или нет. Нет, ребят. Это не кожа, это имитация под кожу, потому что вот все здесь внутри подклеено. Внутри вот такого на коже как бы не может быть. И нигде я отворота не вижу, достать его не могу. Да, ребят, это не кожа, там внутри клей и пленочка, пленка, это кожзам. Кошелек, в общем, из кожзаменителя. Так, на нем здесь выбит логотип Flowem. В принципе, ну ничего такое. Смотрится сдалека, ничего. За предоставленную цену, блин, не помню, ребята, сколько он стоит. Не буду врать, оставлю ссылочку на него внизу в комментариях под видео. Посмотрите сами, потому что, ну реально, я не помню, забыл. Вот, почему-то вылетело. Помню, что заказывала, да, написано было, что кожа. Вот, но они там очень сильно хитрят. Сначала пишут в названии кожа, а внутри в описании пишут, что это кожзам какой-нибудь. Неплохой, кстати, неплохая вещь, интересная. Кошелечка у меня таких довольно-таки интересных не приходило. Все, что приходили, были ужасно галимого качества, они мне не очень нравились. Так, следующее у нас идет кабель. Кабель. По-моему, похоже, у меня тоже приходил с переходничком на USB тип C с микро-USB кабеля. Да, из магазина RockFly. USB, длина его составляет 1 метр. Ничего, в принципе, интересного на нем рассказать не могу. Единственное, что мне здесь нравится, это капроновая вот такая оплеточка. Она очень, как мне внушает доверие. Ну, как бы капрон, ребята, ну, я думаю, что он долговечный будет. Вот. Единственное, что не совсем мне нравится, что как бы кабель сохраняет форму. Да? То есть его тяжело нормально ровно выпрямить. Но этим мы пожертвуем ради, чисто говоря, качества и долговечности данного кабеля. Ну и опять-таки интересно, я же говорю, переходничок с микро-USB на USB тип C. То есть у кого, допустим, два телефона, или кто переходит, или заряжает, допустим, планшеты, у которых уже новая технология появилась с USB тип C, тот может смело, допустим, заказать вот такой вот кабелечек с Алиэкспресса, буквально за пару долларов, и будет у вас вот такая вещь в запасе. Так. Давайте посмотрим, что же у нас в коробочке. В коробочке нам редко вещи приходят. Ага, а в коробочке у нас зарядное устройство. Так, ребята, мне уже такое зарядное устройство приходило. Только из магазина FlaveMe. А сейчас пришло из магазина RockFly. Это зарядка Quick Charge 3.0. То есть, она умеет очень быстро заряжать ваши телефоны. Ребята, но данной быстрой зарядкой нужно заряжать телефоны, которые только поддерживают данную функцию Quick Charge. И опять-таки, ребята, смотрите, у данной зарядки написано Quick Charge 3.0.
Есть еще Quick Charge 1.0, по-моему, и 2.0. Ребята, ну, могу ошибаться, но, по-моему, вот такие у них есть характеристики. И в телефонах разные телефоны поддерживают разную Quick Charge зарядку. То есть, есть 1.0, допустим, 2.0 и 3.0. Это, да, это самое последнее. То есть, как вы видите, она реально тут может выдавать 9-12 вольт и 1,5 ампера. Да, или 6,5 от 9, от 6,5 до 9 вольт и 2 ампера. Или же от 3,6 вольт, от 3,6 до 6,5 вольт и 3 ампера она может выдавать. Да, то есть очень быстро будет заряжаться, но если вы воспользуетесь данной зарядкой с телефоном, допустим, который не поддерживает данную функцию, то вы ушатаете батарею очень и очень быстро. Явный пример есть у меня у знакомого. Зарядил вот таким вот зарядным устройством свой планшет, по-моему, Т-класс. И ушатал реально батарею на 6000 мАч. Ему пришлось опять заказывать ее новую. То есть он попал реально 800 гривен на батарею. И плюс еще ему надо было ее там перепаять, потому что реально заменить ее батарею на Т-классе была там какая-то проблема. Посылочка номер 9. Давайте открывать и смотреть ее. Пенопласт. Что же у нас внутри? Так, внутри у нас, ребята, идет чехол 360 градусов для iPhone 7. Состоит он из трех частей, да, из трех частей задней и передней панельки и защитного стекла. Я их уже неоднократно рассматривал, и неохота мне рассматривать его. Так, он лежал вот в таком вот кейсике, давайте мы это все уберем. И вторая у нас посылочка, пришел держатель из магазина, по-моему, Flavem, или, по-моему, да, из магазина Flavem. Давайте откроем, посмотрим. Держатель золотого цвета, да, Flavem. Так, с одной железочкой, с четырьмя магнитами, вот, они просвечиваются, видны. Так, ну, она пришла золотого цвета. Ребят, как вы помните, я уже рассказывал вам, что у меня немножечко пришел другой дизайн. Эталонные дизайны мне приходили вот такие. То есть, вот вы видите, толщина, она довольно-таки толстая и плоская. Да, никакого, ничего, ни скругления нету. Но зато здесь написано Flavem, да, мистер Axlay. Ну, а там в том дизайне был он немножечко тоньше и такие, как скошенные грани были. Вот, здесь такого нету, здесь он простой, но в золотом цвете. Вот, я заказал такую одну единицу золотого цвета, ну, чисто на пробу посмотреть, что он из себя представляет. Хорошо, с этим мы закончили. Так, ребят, и посылочка номер 10. Написано здесь phone holder. Давайте открывать и смотреть. Посмотрим, что же все-таки здесь у нас внутри, что за телефонный держатель. Так, убираем лишнее, режем, взрываем и смотрим. Смотрим. Ага, здесь у нас пришел держатель из магазина Raxfly, но опять-таки он отличается от всех моих предыдущих обозреваемых магнитных держателей. Так, крепеж у него, как вы видите, тоже один, вот он кругленький, да. Внутри, опять-таки повторяю, 4 магнита, написано на резиночке Raxfly, но отличительной особенностью данного держателя является то, что он поворотной головкой. Ребята, вы не переживайте, что здесь установлена магнитная головка. Очень многие мои зрители спрашивали, насколько туго она поворачивается. Ребята, она очень туго поворачивается. Довольно-таки тяжело ее повернуть. И вы можете не переживать, если вы прикрепили телефон, что она вот так вот бух опустится. Нет, такого не будет. Она реально туго поворачивается. И вес вашего смартфона, там, ну сколько там, от 100 до 200 грамм, да, он весит. Он никак не повлияет на ее покручиваемость. То есть я прилагаю довольно-таки хорошие усилия. То есть если вы машину ее поставили под нужным углом, она так и будет держаться. Все. В принципе, больше рассказать о нем мне нечего. Корпус у него алюминиевый, внутри стоит 4 неодимовых магнита, резиночка сверху защитная и резиночка в решетку. Ну, в смысле, здесь стоят у нас 4 стальных ножки и на них резиночка тоже, которая вставляется в решеточку. То есть ничего у вас не поцарапается, все с ним будет хорошо. Так, визиточку увидел, кстати, еще у нас в комплекте была. И вторым лотом у нас, лотом, товаром, неправильно назвал. Не лота товара, у нас лежит AUX кабель. То есть, это кабель переходной, то есть, если вам нужно, не знаю, зачем он этот AUX кабель нужен. Ну, короче, вот, называется он AUX кабель. Он вот такой вот раздвижной, скрученный, блин, уже устал говорить. Так, что у него есть? С двух сторон у него 3,5 джек. Один из него прямой, другой угловой. Наконечники сделаны из латуни. Ну, на вид похоже на латунь. Возможно, это какой-нибудь другой сплав материала. Угловой его идет немножечко с пластиком. И также у него на конце есть вот такая вот пружинка, которая не будет давать ломаться самой оплеточке. То есть кабель вас
ваш AUX, данный вот этот AUX кабель довольно-таки должен нормально прослужить. Неплохая оплеточка, неплохие джеки. Надо проверять и смотреть, на что он как бы способен. Честно говоря, еще даже пока ума не приложу, как мне его бы применить и как бы вам его продемонстрировать. Если у вас какие-то есть идеи, и на момент просмотра данного видео у вас будут какие-то вопросы, и он у меня останется еще, то, конечно, спросите, и я вам в комментариях обязательно напишу ответ на ваш вопрос. Ну что ж, ребят, мы уже распаковали 10 с вами посылочек, и поехали, второй десяток. Давайте начнем. Посылка номер 11. Так, посылочка номер 11, открываем. Что у нас написано? Написано у нас phone case. Давайте вскрывать, смотреть, что же у нас тут за чехлы для телефонов. И, как вы видите, здесь у нас не только чехол для телефона, а здесь еще есть кабель. Так, чехол для телефона. Чехол для телефона у нас приехал для iPhone 6. Нет, это либо для Xiaomi, либо для Samsung. С этим мы разберемся позже. В общем, вот такая вот моделечка у нас чехла. Чехол у нас силиконовый, но с красивой прорисовочкой. То есть у него покрашены кантики, покрашены вырезы и покрашены кнопочки управления. Также здесь есть название магазина Flava Me. Вот оно. И также снизу две дырочки, скорее всего, под... как я люблю говорить, под шнурочек, которым обычно никто не пользуется в наше это время. Хорошо, силиконовый чехол, мягенький, да, сзади он не скользкий, в принципе, что на нем еще, в принципе, можно рассказать, да? Да, ничего, чехол из себя не представляет интересного. Что ж, дальше у нас кабель, давайте откроем, посмотрим, что же за кабель. Так, как я вижу, не вижу еще, где ты, ага. Так, это у нас микро-USB кабель. USB, микро-USB кабелечек. Длиной он у нас 1.5 метра. Так, оплеточка тканевая. Очень интересная, такая как шнуровочка. Написано логотип магазина Flava Me. В принципе, подобные кабеля, я уже также о них рассказывал. Особо они не интересны, звезд они с неба не хватают, но они очень интересны самим качеством материалов изготовления. То есть качество оплетки, качество вот этих вот застежечек, качество коннекторов на высоте. Ну а по скорости передачи данных, они не самые максимальные. Конечно, есть гораздо более интересные фирменные кабеля, но стоимость их тоже, конечно, может, я бы так даже сказал, иногда и кусаться. Вот, если вам не нужна супер скорость или супер пропускная способность, то, пожалуйста, кабель магазина Flava Me можно приобретать. Любой длины, любой размер, цвет, оплетка, что угодно вы найдете в этом магазине. Итак, следующая посылочка номер 12. Что написано у нас? Phone case. Конечно же, как же у нас без чехлов для телефонов. Открываем. Упаковочка, как видите, такая простенькая с одной стороны. Но с другой стороны здесь у нас лежит пенопластовый бокс. И давайте посмотрим, что внутри. А внутри у нас чехол для... Написан для iPhone 7. Хорошо. Это просто у нас просто чехол. Типа с защитой на 360 градусов. Он состоит у нас из двух половинок. Передняя рамочка выщелкивается. Также они у меня уже были на осмотре. Они мягенькие. Вот, не совсем. Они, наверное, не силиконовые. Просто силикон здесь более толще. Либо он покрыт какими-то пленками. Вот, пленочка есть, как я вижу, и внутри, и снаружи. За счет этого он толстый. Ну, а передняя рамочка, она такая более как что ли пластиковая. Единственное, что здесь не хватает в комплекте. Правда, этот и дешевле. Есть вот подобные чехольчики. Они идут уже либо со стеклами, либо с пленочками. Сюда, допустим, можно было бы элементарно положить пленочку. В AliExpress они не такие уж и дорогие. Как видите, продавец не ложит в данную комплектацию пленочку, чтобы удешевить цену самого чехла. Так, посылочка номер 13. Для кого-то число 13 счастливо, для кого-то нет. Давайте проверим и посмотрим, что же у нас лежит внутри под номером 13. Так, сказать, чтобы что-то здесь суперинтересного было, нет, не скажу. Здесь у нас лежит держатель. Сегодня уже мы рассматривали на обзоре автомобильный магнитный держатель с одной металлической головкой. Так, а здесь у нас пришли наушники Мокко М11. Данные наушники, в принципе, довольно-таки интересная модель. Объясню сейчас почему. Я их ранее на обзоре уже рассматривал. Давайте я еще их раз распакую и покажу вам. Потому что, может быть, вы же мои обзоры не все смотрите, да? И вам все-таки интересно, что же за наушники. Наушники. Так, вот такие у нас наушники белого цвета. Давайте открывать, смотреть.
Так, сразу комплектацию расскажу. Комплектация, инструкция по эксплуатации и две пары сменных амбушюров, или как они там правильно называются, затычек резиновых есть. И вот такие белые наушники. Кстати, играют очень хорошо. Наушники за 3 бакса, чтобы выдавали довольно-таки качественный бас, мне это очень и очень нравится. В данном случае у нас пришли белые наушники с вот таким вот скошенным 3,5 джеком и со средними резиночками. Они в ушах очень хорошо сидят. Неплохой довольно-таки пультик, функциональный, с андроидом дружит, также есть микрофончик, можно разговаривать, набирать, вызывать голосовые сообщения, ну, в смысле, Google, там, голос, там, или как он там правильно еще называется. Также можно вызывать ваш телефонный справочник, то есть, ну, набором голосовым, конечно же. Так. Единственное, что здесь меня смущает, это тоненькие провода. Они, конечно, классно гнутся, все вот тут, все прикольно, вот, но, честно говоря, я ими опасаюсь, как бы, эксплуатировать. Я их сразу отдаю непосредственно покупателям, заказчикам. Так, ну что ж, и от 13 числа мы переходим к 14. Посылочка номер 14. Что у нас тут написано? Фон кейс у нас написано. Давайте вскрывать, смотреть. В прошлый раз у нас попались наушники. Здесь у нас опять-таки чехлы для телефона. Два чехла для телефона. Так, два чехла для телефона. Как вы видите, данный чехол уже был подвержен температуре. Я его достал, и он уже был частично желтым. Изначально он должен был красным. Ну, сейчас я кину данный чехол в холодильник и посмотрю, как он отойти, сможет он отойти или нет. Или это уже ко мне пришел брак. Как вы видите, очень хорошо реагирует на палец. Но у данных чехлов есть очень серьезный недостаток. Ребят, на жаре они сразу становятся вот таким вот белым цветом. И насчет долговечности я еще, ну, не знаю, не решил. Потому что они начали, это новинка, только они поприходили. Данный чехол для iPhone 7. Ну, как бы, не знаю, может, когда пройдет какое-то время, спрашивайте меня в комментариях под видео, сколько они служат. А этот чехол пошел пока в холодильник отдыхать. Когда, пока наш первый чехол отдыхает в холодильнике, давайте вернемся к нашему второму чехлу. Тут, в принципе-то, рассказывать особо тоже как бы нечего. Чехол накладочка из того, что я вижу, да, чехол накладочка, внутри практически зеркало мы видим. Сзади написан магазин Flower Me. Ну все, блин, что тут рассказать. Твердый пластик, сделанный под серебро или цвет металлик, как правильно назвать его, ну, не знаю точно. Либо же, может, серый цвет он называется. Кнопочка питания, качелька громкости, прорезь под тихий режим, дырочки под динамики, зарядное устройство. И сзади камера, вспышка, все прорезано, все четко. Магазин Flower Me, как бы... А, ну да, давайте проверим, скользкий, не скользкий. Нет, шершавенький, не скользкий. Немножечко что-то грязь катается или что там такое, но ничего страшного. Убираем это все, вытираем. Все, вот такой обычный чехол-накладочка. Материал очень тоненький, ну как очень тоненький. В принципе, в пределах нормы, да, там 1,5-2 мм пластика. То есть, ну, габариты ваш iPhone, до того не маленький iPhone 6 Plus, должен как бы не увеличить. Итак, ребят, посылочка номер 15. Давайте открывать и смотреть, что же в ней внутри написано. Опять-таки, фон кейс. Ух ты, тут какая-то няшечка должна лежать. Так, визиточка. Ее смотреть мы не будем. Ага, к нам пришел новый держатель. Ну как, не совсем новый, но одна из его разновидностей. Давайте, ребята, посмотрим. Смотрите, магнитный держатель. Открываем, смотрим. Магнитный держатель, да, из магазина Raxfly. Поворотная головка, очень тугая. О, блин, реально... Ух, тяжело, так туго крутится. Но это, с другой стороны, хорошо. Так, одна железная пластиночка у него. Сейчас посмотрим. 4 магнита, я так вижу, сразу на просвет не буду открывать, доставать, резинку снимать. Но и здесь, и здесь, и здесь. Это магнитный держатель на торпеду. Ну, то есть вы вот так вот ставите его, да, я так полагаю, он, наверное, клеиться должен. Почему двухсторонний скотч не налепили, непонятно мне. Как его на торпеду крепить? Неужели он просто будет стоять, так как же у телефона, да, держаться будет? Ну, тоже непонятно. Или же просто тут подразумевается, что он просто стоит? Не, ну, тут нереально. Наверное, забыли наши восточные друзья из Китая наклеить просто двухсторонний скотч. Я думаю, он должен быть в комплекте, ну, ладно. Вот, может быть, если у нас еще один такой будет держатель, посмотрим, может быть, в нем все-таки есть эта наклеечка. Кстати, блистер с поворотной... Блистер с поворотной головки, которая должен лежать. Ну, ладно. Это на этом Китай экономит. Это частая практика, то есть в одну и ту же упаковку засовывают разные продукты. Хорошо. Меня теперь интересует, знаете, ребят, что? Я вижу няшку.
Няшку для iPhone 5s. Ха, смотрите, меха. Это, ребята, меха. Я даже тут не вижу, что... Как же тут камера должна снимать? Вот тут есть стразочки, сердечки. Ребята, посмотрите на эту мимишность. Посмотрите, здесь прорезь под камеру, и здесь как бы бантик, стразочки. Ну, конечно, из-за этого всего вот этого меха искусственного, крольчатины этой такой искусственной, плохо видно камеру. Возможно, блин, если вам что-то нужно быстро будет сфоткать, будет мешать немножечко мех. Чехол сделан из твердого пластика, обклеенный тряпчаной такой вот, оплеточкой, как называть, с мехом, как бы, ну и все. Честно говоря, ребят, ну, до качельки громкости, до кнопки звука вы, есть минус, вы не доберетесь до кнопочки тихого режима. Почему? Все очень просто, смотрите, тут у нас ткань, вот она и недоработочка, есть недоработочка, тут надо будет прорезать ножиком аккуратненько, чтобы добраться до кнопки тихого режима. Ну ладно, качельку громкости еще как-то можно нажать будет, да, остальные как бы тут кнопка сверху и динамики, все. Ну, непродуманный чехол, конечно, пытались они сделать что-то такое мягенькое, нежное, но, как всегда, не особо-то получилось. Этот чехол, я, ну не знаю, мне не нравится, ну ладно, дефекты есть, в общем... Ладно, бог с ним, разберемся, что с ним дальше делать. Так, и второй чехол для iPhone 7. Сделан он такой, видите, силиконовый, сзади покрытие блесточек, оно даже не сзади, оно такая, как панелька сзади проклеена. А так, простой силиконовый чехол с градиентом, да, вы видите, градиент. И пересыпается этот градиент блестками. Вот и все, вот и весь его прикол. Остальное, прорезь под камеру, кнопочки тихого режима есть, да, прорезь нормальная. Качелька громкости, даже есть, дырочки под шнурочек. Или под брелочек, ну короче, что-то сюда можно повесить. Или пытаться его типа на шее носить. Стандартные прорези под динамики. Стандартная прорезь под зарядное устройство. Кнопочка питания, все. Так. Как обычно, чехол не скользкий, в руке сидит хорошо, чехол очень мягенький, крутится во все стороны, телефон ваш не поцарапает. Силикон толщиной, ну, тоже тоненький, кстати, полтора-два миллиметра, может быть, ну, плюс-минус. Микрометра у меня нету, и штангеля под рукой, поэтому замерять не будем. Да, кстати, ребят, вот полежал наш чехол, он полностью остыл в холодильнике, и, как вы видите, он изменил цвет. И теперь я приложу палец, ждем, пока нагреется, потому что холодильник и ДБЛ остыл, я так полагаю. И, ну, короче, надо ему теперь немножечко нагреться. Видите, сразу уходит цвет. Есть и уходит цвет. Он просто реально чехол очень холодный стал. А мы переходим к 15-й нашей посылочке. Также написан phone case. Давайте посмотрим, может быть, что-нибудь интересное. И здесь у нас пришло, может, что-нибудь новенькое. Потому что что-то мне это однообразие уже немножко порядком поднадоедает. Но ничего, если вам, допустим, это не нравится, вы можете немножечко, знаете, на клавиатуре есть кнопочка стрелочки такие. И вы можете перематывать то, что вам не нравится или неинтересно. Потихонечку, но перематывать без проблем. Итак, открываем. Посылочка номер 15. Смотрим, что у нас здесь лежит. Угу. Здесь я вижу набор стекол в кейсе. И еще у нас здесь лежит чехол. Так, пенопластовый кейсик мы убираем. Давайте сначала разберемся с чехлом. Для iPhone 7+. 7+, непонятная какая-то такая упаковочка. Написано Best Quality Case. Кстати, мне такой кейс уже приходил из одного магазинчика. Итак, чехол данный наш очень мягенький, силиконовый. Сзади у нас идет вставочка. Даже она не сзади, она спереди вклеена, по-моему, если я не ошибаюсь. Или... Ну, короче, она здесь черная, эта штучка наклеена. Так, изначально я сразу подумал, что это чехол у нас мыльница, но нет. Вот эти золотиночки, они не сыпятся. То есть они как бы как замерли. То есть как дизайнер или китайский заводчанин, в общем, произвел данный чехольчик сзади, так он и замирает. То есть нет вот этого эффекта пересыпания, как я называю раньше в данных чехольчиках, были они мыльницы. То вырезы как бы есть, да, сзади под двойную камеру и вспышку один прорез. Качелька громкости, прорез под тихий кнопочку тихого режима, кнопочка питания, прорези под динамики и зарядное устройство. Все. Сам чехол, да, он немножечко скользковатый. Сразу это чувствуется, в отличие от обычных силиконовых чехлов, это немножечко скользит. То есть, особенно если у вас влажная будет рука, она хорошо по нему будет скользить. Так, толщина. Толщина средняя, 2 где-то миллиметра на данном чехле.
И он средней такой жесткости. Ну как, не сам уж средний, скорее из-за толщины самого силиконового чехла. Он более такой, ну знаете, как не сопливый такой, а более такой жесткий. Хорошо. Итак, чехлом мы разобрались. Давайте посмотрим, что же у нас пришли за стеклышки. Пришло два набора у нас, как вы видите, салфеточек и наборы наклеечек для убирания пыли и грязи с экрана телефона. Так, стеклышки пришли к нам, как вы видите, с вот такой вот белой защитной рамочкой, защитной пленочкой. Ну, конечно же, она должна быть на месте, где клеится стекло. Данное стеклышко у нас пришло для iPhone 7. А второе у нас стеклышко пришло, ребята, для iPhone 6. Как вы видите, внешне они вообще практически ничем не отличаются. Вот. Вообще ничем. Ну, кроме, конечно же, цвета. Ну, вот как бы и все. Хорошо. Убираем стеклышки. Кстати, стеклышки олеофобного покрытия на стекле, по-моему, нету. Палец ездит довольно-таки туго. А может быть и есть, бог его знает. Ну, по крайней мере, жирные следы на стекле не остаются. Вот, но палец ездит такой, немножечко, знаете, как будто бы прилипает. Итак, ребят, посылочка номер 16. Давайте открывать, смотреть. Опять-таки написано чехлы для телефонов, но я уже привык, что мне пишут чехлы для телефонов, а вместимость посылочки может быть разнообразной. Ну, конечно, связано, скорее всего, с телефонной тематикой, так как я пока с телефонной тематикой дружу. Так, упаковано очень хорошо, как вы видите. И я уже вижу очень прикольный чехол. Так. Давайте начнем с вот этого. Это у нас для Samsung J5. Да. Вот такие флип-чехлы у нас продаются на базаре по 350 гривен. Я, честно говоря, был в шоке. Ух ты, тут есть даже какая-то визиточка наклеена, QR-кодик. Pac-Man, и что-то тут написано еще, добавить АПП. Прикольно. Так, именно вот такой вот упаковки, и вот такие именно флип-чехлы. Реально, я вам говорю, по 350 гривен на Алиэкспрессе за 5 долларов, по-моему, данный флип-чехол приобретается, и все, и горе не знается. Ну что, сзади. Давайте разберем его по-быстренькому. Сзади пластик, покрытый золотой такой клеечкой. Есть у него еще, как видите, защитные пленочки. Сдирать я их пока не буду. Что на передней панельке, на стеклянной. Она, по-моему, тоже из пластика. Да. Все пластиковое, кроме изгиба вот этого вот. Все. Прорези есть, да, там камера, динамик, вспышка, в смысле, ну, все остальное просто, конечно, проемы. Вот, функциональные клавиши. Ладно, разбираться не буду, не знаете, что вам про данный флип-чехол рассказывать, просто я озвучил его цену, от которой я был немного шокирован, как местные барыги зарабатывают на китайских товарах. Ну, в принципе, оно, наверное, так всегда было, просто я на это никогда не обращал внимания. Ну, а когда связался с определенной тематикой, то, да, начал разбираться в ценовой политике товаров. Так, и об вот этом чехле я вам хотел рассказать. Это прикольный такой чехол. Ребята, прикольный чехол. Прикол его в том, это на модельку 5S пришел. Но этот чехол у нас пластиковый. И по заявлению продавца, он дышащий, вы видите, сеточка, вот, просвечивается наклейка, да, сеточка такая дышащая. Не знаю, зачем это придумано, iPhone 5, по-моему, вообще практически не греются, возможно, там, да и, по-моему, другие iPhone вообще не практически не греются. Но здесь есть дышащий чехол, также здесь есть прорезь под логотип вашего iPhone, ну, а так все остальное, да, кнопочка питания, камера, двойная вспышка. Снизу наушники, динамик, зарядка, все стандартно. Единственное, что я сразу хочу отметить, это качество пластика. Здесь оно очень-таки приятное, напоминает Soft Touch пластик, очень приятный на ощупь, такой шершавенький чуть-чуть. Очень такой классный, в руке сидит очень прикольно, это единственный, наверное, его плюс. Ну, а то, что он дышащий, ну, отнесем его так к косвенному плюсу, потому что, ну, зачем... Ну, я понимаю, да, там для OnePlus One нужен дышащий чехол. Возможно, не спорю, потому что это реально кипяток. У него, когда начинаешь играть, он реально греется, особенно в районе камеры, это вообще жесть. Но айфоны, ну, не знаю, спорный вариант, но может быть просто как чехол-накладочка такой, интересный будет вариант. Итак, мы быстренько, ребята, переходим к посылочке номер 17. Она у нас небольшая, написано phone holder, то есть держатель для телефона. Давайте посмотрим. Ну, я так предполагаю, что, возможно, здесь обычный магнитный держатель, но здесь еще что-то есть. Так.
Да. Обычный держатель в автомобиль. Вот он, давайте открою, посмотрим его. Единственное, что у него интересная расцветка. Это так называемое розовое золото в Кивали, на Алиэкспрессе оно называется. Давайте наведу поближе, чтобы вы примерно понимали цвет. Возможно, камера передает плохо, но это цвет такой золотой. Немножечко розовиночка. Вот я видел такие, Xiaomi выпускает расцветку такую. Ну, там и многие модели. Магниты. Количество магнитов мне интересно. Такое же осталось. Ковырнем, потому что так на просвет здесь не видно. Да, количество магнитов здесь 4. Ну, как бы вот и все. То есть, сзади вставляем решетку воздуходува, и все, сюда цепляем магнит. Так, железячка у нас здесь одна. Ну, довольно все-таки стандартно. Если две железячки, конечно, сразу цена почему-то взлетает. Неужели там за эту железячку нужно много платить? Конечно, удобнее, когда их две. Вы на два телефона наклеиваете, вот, и пользуетесь двумя телефонами, когда ездите по очереди, допустим, с кем-то в машине. Но если вы один владелец автомобиля, никто у вас за рулем катается, то, в принципе, вам и этого держателя вполне хватит. Так, чехол. Чехол у нас пришел, кстати, опять-таки на, на пятый, на седьмой. Что-то у меня много чехлов на седьмой iPhone начало приходить. Неужели я столько заказывал? Ну, возможно, возможно. Мега простой чехол. Мега. Я бы сказал, это даже не силикон, ребят, это... Вот это чехол. Вообще бумагу, ребята, напоминает. Не знаю даже, как прокомментировать. Очень тоненький. 1 миллиметр всего данного здесь пластика. Ну, как бы все кнопочки сделаны в прорезях, да, там. Ну, я не представляю, зачем? Зачем делать такой чехол тонюсенький? Чтобы не увеличивать телефон? Ну, бог его знает. Ребята, повторяюсь, это пластик. Вот так вот он сгибается, 1 мм приблизительно его толщина. Ну, как бы под камеру все, вырезы есть. Черный, даже протеснен магазин. Теснение есть магазина Flowemi. Блин, извините. Ну, вроде все, да. Не скользкий. Нет, не скользкий вроде. Ну, немножко скользковатый. Ну, конечно, не знаю, жуть, а не чехол. Ссылочку, конечно же, я оставлю на него. Можете полюбоваться, сколько он стоит на Алиэкспрессе. Да, 18-я посылочка. Давайте открывать и смотреть. Написано «Чехол для телефона». Что же тут у нас чехол за телефона? Так, аккуратно уже открываем. Ага, и здесь у нас два чехла для телефона. Так, визитку внутрь обратно. Ага, еще и здесь у нас адаптер. Пенопластик. Что ж, начнем давайте с кислотного чехла. Кислотно-салатный чехол для iPhone 7. Открываем, смотрим. Чехол. Чехол как-то очень такой же, как предыдущий чехол. Точно, блин, такой же. По-моему, единственное, он немножечко мягче. Не знаю, что ли, силиконовый он. Ну, силиконовым тоже не назовешь. По-моему, как... Блин, не, ну это больше силиконовый. Тут, конечно, вообще как бумага был предыдущий. Я в шоке. Этот хоть такой кислотно-салатового цвета, и у него есть вот такая вот заглушечка. Да, этот силиконовый такой. Ну, видно, смесь какая-то сплав. Ну, как бы тоже все прорези есть. Да, есть дырочка под логотип Apple. Качелька громкости, кстати, с плюсом и минусом даже здесь есть. Кнопочка питания с надписью «Кнопочка питания» с тиснением. Прикольно. Этот мне чехол гораздо больше нравится. Ну, а рассказывать, в принципе, ну, я не знаю ни о чем о нем, да. Второй чехол, это у нас для iPhone 7, да, 7+. 7+, я его уже обозревал в предыдущем видео, где у меня там, по-моему, 15 посылок, он присутствует. Чехол сделан из такой, как рыбья чешуя, разноцветный, сам он пластиковый. Кстати, он не скользкий, он шершавенький, твердый пластик, хорошо здесь сделано все, как бы технические прорези есть, ну, как бы все-все-все хорошо. Давайте посмотрим переходничок, хоть какое-то разнообразие. Переходничок. Переходничок из магазина Raxfly. Давайте сейчас, ну, что, ну, блин, это тоже OTG-переходник, OTG-переходничок. Вот он, вот такой малюсенький. Единственное, что я немножечко ошибся. Данный переходничок является не с микро-USB переход, а с USB тип C. Ну и, конечно же, на обычной USB. То есть вы подключили в USB тип C, вы подключаете сюда, грубо говоря, все что угодно. Там мышку, джойстик, там и клавиатуру, все что захотите. Ну, вот, все что, возможно, ваш телефон поддерживает. Ну, как бы, в принципе, вот и все. Вот такой вот небольшой переходничок. Особо рассказать мне о нем как бы нечего. Ну что ж, и мы переходим к следующей посылке. Следующая посылочка у нас под номером 19. Давайте открывать и смотреть. На ней написано phone case, то есть чехол для телефонов. Здесь, я так предполагаю, у нас два бокса. Ну, давайте открывать и смотреть.
это у нас похоже на защитную пленку. Дальше у нас идет бокс побольше. Открываем, смотрим. Держатель, визиточка, еще один держатель и два чехла. Большая посылочка. Но давайте все по очереди рассмотрим. Итак, начнем мы, конечно же, с держателя. Да? Давайте посмотрим, он тут заклеенный, непонятно какой он. Ага, мы уже данный держатель рассматривали из магазина Raxfly. Обычную торпеду. И, как вы видите, я в первом говорил, что не наклеено снизу никакого двухстороннего скотча. Ну, честно говоря, непонятно, как он будет крепиться. То есть, либо самостоятельно надо что-то мудрить. Потому что, ну, не совсем я уверен. Потому что этот болтик, скорее всего, как бы держит поворотную головку. Ну, шар. Шар на поворотной головке. Ну, ладно, мы его рассматривали, и подробнее уже тереть, рассказывать я о нем не буду. Запаковываем. Далее у нас второй идет держатель. Второй держатель, он у меня был уже на моем обзоре в предыдущих видео. Это тоже держатель в решетку обдува, но он не магнитный, а просто раздвижной. Вот, как вы видите, раздвигается, да. Засовывается сюда, в принципе, любой телефон. Любой диагонали, ну, как бы и все. То есть, но с моей точки зрения он не совсем быстросъемный, потому что раздвигать его как минимум нужно двумя руками. И я бы, допустим, если бы покупал бы такой держатель, то чисто его стационарно закрепить, допустим, постоянно телефон, который там, допустим, таксисты возят, как GPS-навигатор, либо действительно GPS-навигатор. Такое вот мое мнение по поводу этого держателя. А так, в принципе, как вы видите, здесь все прорезиненное, то есть поджимные губки, они прорезиненные. Есть логотип магазина Flower Me. Сзади также резиночка, чтобы не поцарапать решеточку обдува нашего. Ну, как бы и все. Ну, пластик, конечно, глянцевый, хороший, надежный. Ну, видно, как бы, что довольно-таки нормальная вещь. Давайте убираем его в стороночку, держатель. Потом у нас идет защитная пленочка для Samsung S8. Рвать. Ну зачем рвать? То есть, что тут у нас на пленку смотреть? Я не совсем понимаю, что мы на пленке увидим, да? Не наклеив ее. Ну, обычная, самая обычная пленочка. Написано, что защищает вроде как от ударов и защищает от жира, ну, и воды. И давайте посмотрим, что же у нас пришли за чехольчики. Довольно необычная упаковочка вот у нашего первого чехольчика. Давайте открывать, смотреть. Он у нас предназначен для iPhone 6. Данный чехол у нас пришел из магазина Case Ship. По заявлению продавца, как видите, у него даже есть вот такая вот лейбочка. Он кожаный. Кожаный, да-да-да. И сюда мы можем еще положить визитную карточку какую-нибудь, либо кредитную карточку, либо карточку на метро. То есть то, что вам нужно всегда иметь под рукой, вы можете сюда засунуть. Что ж, по поводу того, что он реально кожаный. Ну, вот лейбочка сама действительно кожаная. Вот давайте я вам покажу. Да, лейба действительно кожаная, то есть видно все отвороты, все кожа. Но меня, честно говоря, вызывают большие сомнения, что это кожа. Потому что, смотрите, вот на выворотке, на карточке, здесь нифига не кожа, потому что вот эта вот часть, она не кожаная. Задняя часть самого чехла, ну, я тоже думаю, что это не кожа. Почему? Потому что все это имитация. Честно говоря, непонятно, почему его так назвали. Вот лейба пахнет кожей. У телефона, у чехла для телефона совершенно другой запах. Ну, как бы обманывает магазин, да. Честно говоря, да, обманывает. Но здесь стоит, я вам так скажу, хороший курзам. Чехол сделанный из пластика. Внутри довольно мягенькая, красивая вставочка. Тоже также у нас с логотипом у нас Case Ship. Сзади тоже есть логотип Case Ship. Case Ship, да, все правильно произнес вроде. Ну, как бы и все. А что о нем рассказывать? Вырез под экран, остальные все вырезы, как у обычного чехла накладки, никаких, ничего очень интересного, ничего нету, все чисто выемки, вот. Ну и, конечно же, оно 100% подойдет под iPhone 6. Так, убираем. Я, конечно, честно говоря, ожидал, что действительно будет кожаный чехол, ребят, очень жаль. И у нас еще пришел самый простенький, самый простой чехольчик, тоже для Samsung S8. Взрываем. Не знаю даже, зачем я вам его буду показывать, но я покажу. Самый простой силиконовый чехол для Samsung S8. Все.
Все прозрачное, все вот так вот крутится, вертится, как вы видите. Самый-самый простой чехол. Если кому-нибудь вдруг необходима просто вот такая вот защита силиконовая, то, конечно же, можете найти у меня по ссылочке в описании внизу под видео. Цена там, по-моему, что-то совсем малюсенькое. И поэтому зачем переплачивать у нас в стране, если можно подождать там пару недель и заказать вот такой силиконовый чехольчик. Ну что ж, ребят, и вот мы подходим к 20-й посылочке. Поехали! Посылочка номер 20. Также написано телефонные чехлы. Давайте открывать и смотреть. Может быть, тут тоже что-нибудь интересное. Предыдущий, вернее, по посылочке я увидел в 19 номере посылочки, я увидел, ну, только один чехол интересный. И то я, конечно, очень сильно надеялся, что он кожаный, но он меня немножечко разочаровал. Давайте откроем, посмотрим, что у нас здесь внутри. Ну так, визитка, в пакете больше ничего нету. Кусочек пенопласта. Так, здесь у нас есть чехольчик. Данный чехол у нас для iPhone 5 и 5SE, да. Что это у него отпало? Или это так и должно быть, непонятно. Это, наверное, такая типа заглушки, что ли. Да, ребята, я смог это сделать, защелкнул. Ну, скорее всего, если есть телефон, то он будет более четче в пазы входить. Так, и, наверное, как-то его можно разобрать. Потому что я вижу защиту, по-моему, на 360 градусов. Да. Да, этот чехол, конечно, ребята, ну, интересный, интересный вариантик. Смотрите, состоит он из двух половинок. Задняя, чехол сам резиновый, вот. То есть, сзади есть вырезы под камеру, вспышку. Есть также снизу у него вот такая вот заглушечка, то есть, чтобы не меньше попадало пыли и грязи. А так, все остальное, смотрите, полная имитация вашего телефона. Кнопочки, качельки громкости, да, вернее, даже не качелька, а кнопки громкости здесь также, вот смотрите, кнопочки громкости также здесь у нас идут с плюсом, с минусом, полностью копируют наш айфончик, они внутри впуклые, то есть сюда кнопочки заходят. Единственный вопрос у меня по кнопочке тихого режима, почему вот она вот как бы такая, вот. Просто она как бы защищенная, но не знаю, ну должен быть какой-то что ли вырез или... Ну, в общем, сложно мне сказать, почему вот такая вот на кнопочке тихого режима вот такая вот заглушка стоит. Кнопочка питания сверху, да, тоже с выпуклостью, все, нажимается будет, я думаю, прекрасно, великолепно. Давайте по контуру, опять-таки повторюсь, снизу заглушечка, вот, есть, то есть, нужно достать наушники, открыли, нужно зарядить, открыли, если не нужно этого ничего, все, мы защелкаем, и также она наполовинку может открываться. В принципе, данный чехол интересен. Честно говоря, такой мне попадается первый раз. Вот такой вот именно на 360 градусов и прорезиненный. Очень интересный вариантик. И я думаю, он по-любому найдет своего обладателя. Так, а вторым чехлом у нас идет чехол, накладка для iPhone 7 Plus. Давайте откроем, посмотрим, что же он из себя представляет. Открываем, смотрим. Ну, самая стандартная, обычная пластиковая накладочка. Как бы, что о ней рассказать? Вырезы все, как бы, по кнопочкам вы уже сами неоднократно видели, да. Здесь нормальный прорезь под кнопочку тихого режима, кнопочка питания. Сзади вырез под двойную камеру, вспышечку, логотип, технические прорези, прорези под динамик. И, конечно же, зарядное устройство. Все. Не скользкое, довольно-таки плотненькая, мощная, толщина приблизительно 2 мм самого пластика, повторяюсь, твердая штучка. Ну и цвет, как вы видите, золотой. Все, убираем. Ну что ж, ребят, и вот мы попрощались уже со вторым десятком посылочек, распаковали его вместе с вами. И на очереди у нас посылочка под номером 21. Давайте открывать и смотреть, что у нас здесь написано. Здесь написано холдер, то есть здесь какие-то должны быть держатели. Держатели для телефонов или еще чего-либо. Давайте, оп, так, уже немножечко резанул. Открываем, режем, достаем, что-то у нас тут хорошо довольно-таки упаковано, с двумя кусками пенопласта, визиточка, это мы убираем, убираем, убираем. Так, держатель, держатель, держатель. Вот такой вот держатель на торпеду, пришел, я уже обозревал его, пришел он синего цвета, поворотный, как вы видите. В принципе, неплохой, неплохой. Здесь есть снизу двухсторонний скотч для приклеивания его на торпеду. И все, как бы, вот он поворачивается. Все, сюда телефон. Я уже показывал, в принципе, его работы в этом видео. Если хотите, перемотайте, пожалуйста, немножечко на ранние посылочки. Так, что у нас дальше? Что у нас дальше? Дальше у нас идут еще две пленочки для Samsung S8. Да, для S8. Точно такие же, как в предыдущей посылочке номер 20.
два куска пенопласта в комплекте, кто не увидел. И еще у нас идет вот такой вот силиконовый чехольчик с котятками. Ну, я думаю, это довольно-таки стандартный чехольчик для телефона, по-моему, 5, да? Для iPhone 5, 5S, 5SE, да. Давай-давай, доставайся. Прилип он там. Да, самый обычный, тонюсенький. Тонюсенький, ребята, очень тонюсенький чехольчик. Наверное, силикон его где-то толщина 1 мм. И с нанесенной вот такой вот гравировочкой. В принципе, довольно-таки миленько. Дешево, миленько и сердито. То есть, защита есть от пыли, от противоудара защиты, скорее всего, никакой нет. Также еще он, я думаю, защитит от царапинок. То есть, если вы в сумочку туда-сюда или в карманчик, то, в принципе, хотя бы вот такой чехольчик силиконовый, мимишненький, ну, нужно иметь, как бы. Он полурозрачненький, телефон ваш в нем будет видно, что за моделька телефона, и как бы все будет прекрасно. Так, да, ну и конечно же он абсолютно не скользкий, да, у него сзади наклеена такая вот антипроскальзывающаяся пластиночка. Ну, в общем, все хорошо, самый стандартный чехольчик с минимальной ценой. Ссылочку опять-таки вы сможете найти у меня внизу под видео. Ну что ж, и мы продолжаем. Посылочка под номером 22. То у нас здесь лежит, не видно, по-моему, чехлы для телефона написано. Давайте открываем и посмотрим, что же здесь у нас за чехольчики. Может, и здесь какая-нибудь новиночка у нас будет, которая еще не была у нас на обзоре. На быстром обзоре, на быстром распаковочном обзоре. Так, кусок пенопласта. Ага, чехол, накладка. Буквально, по-моему, в 20-й посылочке я его рассматривал. Вот, открывать даже не хочу. И второй у нас чехол для 6S. Угу. Для шестерочки, ребят. Точно такой же, буквально, вот мы в 20-й посылочке его рассматривали. Точно такой же, пленочка. Открывается он, да. Все то же самое резина. Все как бы круто, прикольно. Кнопочки на месте, заглушечка как бы тоже есть. Она в рабочем состоянии. Все защелкивается, закрывается. Есть даже пленочка. Отдираем и будет все функционировать у нас. И заострять внимание я уже не буду, потому как я пытался разжевать буквально 5 минут назад на примере 5-го айфона. Все, убираем. Посылочка номер 24. Написано Armband. Давайте открывать и смотреть. Здесь она довольно-таки тяжеленькая. Что-то лежит здесь у нас увесистое. Режем, режем, режем. Режем. И достаем. Смотрим. Так, 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 так. Раз, два, три, четыре, пять. Пять чехлов у нас здесь для телефонов. Давайте начнем с обычной мыльницы. Мыльница у нас для iPhone 5, по-моему, я такой чехол уже по-любому миллион раз рассматривал, да. Но он мягкий, мягкий, переливается. Он был такой, кстати, не мягкий, а твердый. Реально в точно такой же расцветочке, но был твердый. То есть это довольно-таки стандартный силиконовый чехол, просто он более-менее немножечко утолщен. И внутрь него вклеена двухсторонняя вот такая вот стеночка. Вот, как вы видите, водичка в нем играет жидкостью и блесточки переливается. Ну, все-все-все на месте, все довольно в простом варианте, как бы кнопочка питания, качелька громкости, прорезь под тихий режим, под динамики просто обычные прорези, как и под зарядное устройство. Ну, как бы вот и все. Вот. Он, конечно, не скользкий, напоминает, повторяюсь, давайте повторюсь, мне напоминает он мыльницу. То есть берем сюда и ложим вот, вот так вот кусок мыла. Но на него тоже довольно большой идет спрос. Ну, для тех, кто любит блесточки, конечно, милости просим. Данный чехол по ссылочке внизу под видео. Довольно-таки самые интересные цены. Находим, берем, покупаем, если опять-таки он вам нравится. Так, смотрим дальше. Следующий черный у нас чехол для Samsung S8. Для Samsung S8. Что тут у нас имеется? Ага, это типа у нас с намеком на защиту в 360 градусов, но опять-таки без пленки. Есть он. Сейчас достанем переднюю рамочку, да. Сейчас пытаюсь достать. Не с первого раза почему-то у меня получается. Рамочка хлипенькая, довольно-таки аккуратно пробуйте ее доставать. Не рвите, потому что посмотрите. Вот. Очень-очень и очень тоненькая рамочка. Ну, она специально сделана, наверное, мягенькая, потому что у S8 изогнутый экран. И, скорее всего, это сделано
для этих целей, потому что, чтобы попасть четко в экран. Ну и сзади силиконовый чехол черного цвета, да, с поклеечкой. Вот, толщина его приблизительно 2 мм. Вот эта вот часть, это каркас, на нее не обращайте внимания, это чисто, чтобы держал форму. Ну, как бы все прорези, да, под двойную вспышечку, камеру там и все такое. Снизу там зарядочка, наушники. Ой, что тут еще, какой-нибудь там под дырочка под микрофон, да, и динамик. Сверху дырочка под микрофон, еще один дополнительный, и качелька громкости с кнопочкой питания, как бы все очень просто. Сейчас мы его посмотрим, как он у нас скользит в руке, не скользит. Аккуратненько засуну переднюю рамочку. В руке сидит неплохо, не скользкий, реально даже не скользкий, абсолютно вообще даже и намека нету на то, что он скользкий. Но, честно говоря, выбора особо огромного еще на Samsung S8 я не видел. Но вот довольно-таки неплохой мужской вариантик, тоже за приемлемую цену. Так, давайте в стороночку, посмотрели, убираем. Следующий, что тут у нас идет? По-моему, это у нас чехол для Xiaomi Note 4. Так, если я не ошибаюсь, да, это у нас шероховатый чехол с имитацией, что ли, под камень какой-нибудь. Какой-то камень, подгранитный, наверное, камень все-таки, ну, потому что приблизительно такая же расцветочка. Это у нас идет, ребята, уже пластиковый чехол. Вот, слышите, пластик. Довольно-таки тоненький, где-то приблизительно 1-1.5 мм толщина его. Очень легенький, то есть не увеличит ничего. Кнопочка питания у нас такая ребристая, сразу ощущается. Кнопочки под качельку громкости у нас, ну, как бы их они не чувствуются, но, в принципе, интуитивно будет понятно, да, вверх-вниз. Ну, и так и все остальное, то есть прорези под микрофоны, наушники, снизу под динамики и вырез под зарядное устройство. Также есть технические прорези для этого удобства на диване и снимание данного чехла на телефон. Кстати, опять-таки повторюсь, данный чехол, ну вообще, прямо вот он когда, ну он точно не выскользнет, он шершавый, он по руке, знаете, как аж чухает такой, как мелкая-мелкая наждачечка, очень интересно и так, ну очень интересно сидит в руке. Вот, то есть я не знаю, Xiaomi Note 4 скользкий или не скользкий, но с данным чехлом у вас абсолютно не возникнет проблем с тем, что у вас, возможно, телефон выскользнет. Ну, или хотя бы он минимизирует данную ситуацию. Следующий чехол для iPhone 7. Подобные чехольчики у меня также уже были. Я их показывал. Смотрите, обычный силиконовый чехол. И сзади на стеночку наклеена, ну, довольно-таки очень симпатичная такая вставочка. Снизу написан магазин Flower Me. Вот, такими кубиками оно все сделано, красиво переливается, да, разноцветным, хамелеончик, как бы такой, ну, или не хамелеончик, как там правильно назвать вот это переливание. Вот, все в остальное, как бы сзади вырез под двойную камеру, да, там. Снизу самые обычные прорези под динамики зарядного устройства, выпуклость под кнопочку питания, две выпуклости под качельку громкости, вырез под кнопочку тихого режима. Ну, в принципе, и все. Силикон довольно-таки нежный. Диаметр приблизительно 2 мм, довольно толстенький. Вот. В принципе, в руке, ну, как и все силиконовые чехлы, они прям аж вот, видите, аж очень так тяжело. Ну, как резина, то ли. Ну, в общем, интересно ходит. То есть, задняя стенка довольно немножечко такая скользковатая, а вот по бокам, ну, в принципе, за что вы беретесь? За бока. В принципе, довольно-таки отлично отлетит в руке. Хорошо, убираем. Давайте посмотрим на последний наш чехольчик. Последний наш чехольчик, это у нас спортивный чехол для бега. У нас еще такого не было. Так, сезам, откройся. Открываем, смотрим, что он из себя представляет. Представляет он из себя чехол, рассчитанный, наверное, для iPhone 6-7. Да, одевается на плечика, как я предполагаю. Что у нас тут с липучечками? Липучечки по новой технологии сделаны. Ну, у нас есть вот какая-то даже стрелочка. Да, можно ее тоже расшить. Ребята, здесь у нас какая-то батарейка, да. Что же оно вообще такое? А, наверное, вот эти вот штучки мигают. Давайте вытащим и посмотрим. Чпунь. Вытаскиваем. То есть, видите, да? Стоит батарейка и какой-то чип с кнопкой. Давайте включаем. Та-та-дам-та-дам. Нет? Да?
Вот, чехол начал светиться. Это светящийся чехол, спортивный. Есть отделение, как написано, видите, под ключик. Не знаю, вы будете сюда ложить ключик, допустим, или нет. Но, блин, гляньте, прикольно. Светится, мигает. Я вижу три режима. Постоянный свет, какое-то мерцание, да, и более учащенное мерцание. Все. Так, три режима. Смотрите, можно сюда в первый отдел засунуть телефон, то есть вот пальчик я засовываю, здесь будет телефон, да. Есть отдел под какую-нибудь карточку или там какие-нибудь небольшую сумму бумажных денег. И есть отдел под ключик, ну, так называемый, не знаю, 1-2 максимум сюда ключика в принципе влезет. Так, по материалу, очень приятный на ощупь материал. Единственное, что, конечно, ну, не знаю, как оно будет, рука в этом, плечо будет потеть, не потеть. Липучка очень интересная, очень мягенькая, но опять-таки повторяюсь, новые технологии, да, по липучечке, по этой. Как-то так, я думаю, надевается, да, и все, и бегается. Ну, что-то типа такого. То есть, ну, единственное, что вы будете одевать его там на предплечье там, или куда. Наверное, на руку не одевается. Для рук у нас есть другие немножечко чехлы. Ну, интересно, в принципе, да, интересная новиночка, как бы, это хоть что-то новенькое, как бы, и, ну, конечно, прикольно. Прикольно, что он мигает. Но, честно говоря, не более. Если, конечно, вы хотите там немножечко повыпендриваться, то вот китайцы нам придумали вот такой вот чехольчик мигающий. Вдруг вы ночью потеряетесь, нажмете кнопочку мигания диодов, и все. И вас с данным чехлом обязательно найдут. Все у вас будет окей. Ну что ж, ребят, и на сегодня последняя посылка. Последняя посылочка под номером 25. Наверное, я больше такие габаритные видосы снимать не буду. Наверное, где-то буду делать максимум по 10 посылочек или все как бы отдельно распаковывать, не знаю, подумаю дальше. Но на сегодняшнем видео это последняя посылка, номер 25. Написано «Чехлы для телефонов». Давайте открывать и смотреть. Так, также у нас пластиковые кейсики есть. Есть у нас подгулявший коробок, по крайней мере, с держателем, да. Давайте откроем, посмотрим, что за держатель. Также он у нас уже был сегодня на обзоре, да, только другого, опять-таки, цвета. А, видите, здесь у нас не прорезана дырочка, здесь у нас сплошной двухсторонний скотч. А вообще, вот здесь была раньше прорезана дырка. У других, так, ну, в принципе, все нормально, да, резинка держится, крутится, хрустит. Под кабелечек держатель есть, ну, как бы, в принципе, все. Да, убираем теперь его в сторону. И давайте посмотрим, что же у нас в пластиковом кейсе. Сразу я вижу, что, по-моему, здесь также идет, нам положили сюда пленочку. Да, да и не одну. Боже, у меня теперь целый набор пленочек для Samsung S8, ребята. Ну, будем, короче, торговать, наверное. Потому что реально, по-моему, уже штук 5 у меня пришло. Так, это в сторону. Убираем. Неинтересно. Давайте дальше вскрываем. Пенопластовые кейсики. И внутри у нас лежат чехлы для телефонов и визиточка. И чехольчики для телефонов. Что они тут из себя представляют? Три чехла. Один для Samsung S7. Ну, данный чехол довольно-таки стандартный. Объясняю почему, потому что уже неоднократно подобные чехольчики рассматривал. Единственное, что цвет у нас металлик серебристый, или серый, а окантовка у нас металлик, то есть. И вот так вот таким образом разбирается, достается вот так вот телефон, вернее засовывается вот так вот телефон. Заглушечкой снизу, допустим, придавливаем. Даже, я думаю, не обязательно две заглушки снимать, одной вполне достаточно. Все, фиксируем его. И как бы все. Вырезы под камеру, под кнопочку питания есть, под качельку громкости, снизу под зарядное устройство, наушники и динамик. Один здесь динамик установленный. Чехол пластиковый, из твердого пластика. Довольно-таки, ну, немножечко имеет вес, скажем так, ну, не сильно тяжелый, но имеет он вес. И что у него еще есть? И довольно толстый пластик, я как приблизительно вижу, 2 мм пластика. То есть крепенький будет, очень крепенький будет чехольчик.
следующий чехольчик, обычный силиконовый чехольчик, что-то подобное мы уже рассматривали, да. Это у нас чехольчик для iPhone 7 с кошарой. Вот такой вот прикольный чехольчик. Я уже говорил, что они очень тоненькие, крутятся во все стороны. И сзади нанесен вот такой вот симпатичный котяра. Все вырезы, все очень примитивненько, все просто. Также я рассказывал. Давайте просто покажу на камеру. Вы видите вырезы, кнопочка питания, качельки громкости, прорезь под тихий режим, камера и вспышка. Все. И последний на сегодня чехол. Так, силиконовый чехол. Ну, вот такой вот, допустим, чехол, да, он мне нравится. Данный чехол, по-моему, у нас пришел для... Вот смотрите, обычный силиконовый чехол, да, вроде бы как бы ничего не примечательного, но вот эта вот окантовочка, вот эти вот все защитные, они... Ну, очень интересно сделано. Вот такие силиконовые чехлы мне очень нравятся. То есть, он мягкий, смотрится стильно. Толщина 1,5 мм. То есть, в принципе, он даже немножечко должен защитить от ударов, от царапин по-любому, от пыли заднюю стеночку. Вот. И все здесь как бы сделано грамотно. То есть, вырез под камеру, вспышечку, кнопочка питания, качелька громкости, да. Ну, такие более-менее не очень-то стандартные, ну, в смысле, более-менее, не очень мне такие нравятся вырезы. Я люблю, когда сделаны такими либо точками, либо еще что-то. Вырезы под динамики. Конечно же, вырез под зарядное устройство. Ну, и сверху, по-моему, под микрофон или что тут у нас сверху, не знаю, такое прямоугольненькое. Вот, ну вот, в принципе, и все. Чехол, ну, как и все силиконовые чехлы, он не скользкий, к руке он прямо прилипает. Ну, очень-очень-очень симпатичный. Ну что ж, ребят, давайте я на этом буду заканчивать. Всем спасибо, что посмотрели распаковочки. Если вам что-то вдруг понравилось, опять-таки повторюсь, ссылочки на все товары, которые я вместе с вами распаковываю и очень быстренько пытаюсь рассмотреть, вы всегда сможете найти у меня внизу под видео. Ну что ж, и конечно же не забываем, если вам понравилось видео, ставить лайки, подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои очередные видео. Ну что ж, всем спасибо за внимание, всем пока!